Смирно! В Вольске 25 марта в спортивном комплексе технологического колледжа состоялся основной этап районного конкурса «Лучший народный дружинник». Бороться за лидерство пришли лучшие дружинники, победители отборочного тура. В течение марта во всех действующих отрядах народных дружин, а их 25, 14 сельских и 11 городских, прошел отборочный тур, по результатам которого лучшие представители прибыли для участия в основном этапе конкурса. Победитель этого этапа и будет защищать честь Вольской добровольной народной дружины на областном конкурсе. Поздравить и сказать слова напутствия пришли заместитель председателя конкурсной комиссии, заместитель начальника полиции по общественной безопасности отдела МВД России по Вольскому району Юрий Мухамедов, заместитель председателя общественной палаты Саут Абасов, член политсовета местного отделения партии «Единой России», директор Вольского технологического колледжа Светлана Медведева, начальник отдела по информационно-аналитической работе и взаимодействию с общественными объединениями администрации ВМР Ильгар Алазов, районный депутат Елена Дужникова, председатель местного совета ветеранов Ольга Шавыкина. Хорошее настроение подарили участникам ребята из технологического колледжа и детского хореографического коллектива «Краски» ЦДО «Радуга». До начала соревнований были вручены грамоты от общественной палаты и поощрительные призы лучшим дружинникам города и района. В номинации «Самый активный дружинник сельского поселения» была награждена Наталья Бирюкова из села Калаяр. Лучшим командиром отряда признан Саид Бахтияров из команды «Облводоресурс Вольский». Была награждена и самая активная женщина-дружинник, ею стала Елена Голуб из той же команды. После официальной части дружинники приступили непосредственно к соревнованиям. Они прошли три трудных этапа, которые заключали в себя и знание правовых дисциплин, медицинских навыков и физическую подготовку. Для быстрейшего прохождения всех этапов конкурсанты были разделены на три группы, переходя к следующему посту по свистку командира Вольской народной дружины Анатолия Останина. В судейскую бригаду вошли заместитель начальника полиции общественной безопасности отдела МВД Юрий Тихонов и командир взвода ППС Максим Тихонов, сотрудники скорой медицинской помощи, главный специалист управления молодежной политики спорта и туризма Павел Шацких, преподаватель физического воспитания Вольского технологического колледжа Андрей Бурмистров и руководитель физического воспитания Андрей Хлыстов. Победители-призеры конкурса будут награждены в торжественной обстановке 4 апреля. Оксана Бедова, Вадим Коголиченко, информационный центр «Вольская жизнь».